Вот это такая здесь церковь католическая на Лагомера внутри. Мы сейчас зашли. Я делаю тут такую съемку, потому что здесь, вот как и в других местах, никто не запрещает делать съемку, как в других местах, я говорю, и в других городах. Это на Лагомера острове. Архипелаг Тенерифе. Вот мы имеем такую возможность посмотреть, как здесь вот больше 500 лет назад уже было вот такое вот построено. И здесь проводились различные службы церковные. Да, люди здесь такие, что верующие. Вот. В большинстве своем, те, кто местные жители, они очень верующие.